Его размахивают флагами. Группа сильнейших мужчин может распечатывать за нас автобус. Ничего не страшно настоящим мужчинам. А тут не мужчины, тут самые настоящие богатыри. С такими мужиками брат не пройдет. Мы вообще никого не боимся. Ну и все, кто сейчас присутствует на спортивной площадке, давайте поаплодируем ребятам в красных кепках, которые так виртуозно сейчас, самоотверженно протащили этот автобус. Вот наши болельщики Березовского парка, все пошли сейчас поглядеть за командой мужчин, которые будут вновь и вновь перетягивать за канат автобус. Богатырь, Александр, друзья, у нас такие мужики тут на празднике. А вот что касается автобуса, Саш, ну, тяжело вот так ездить? Ты думаешь? Да, тяжело. Многие тренируют. Это настоящие мастера, без спроса, да? Да, профессионалы. Профессионалы, с большим буквы? Да. А давай что-нибудь такое громко скажем, ребята, чтобы они услышали и не поверили, что их поддерживают. Давайте, вперед! Давайте, вперед! Прокричал Саша, который подтягивается 22 раза. Саша, удачи тебе в спорте. Поддержка друзей, я тоже вижу, есть. Ну и напомню, что самые наши маленькие зрители и гости мероприятия тоже не останутся без дела. Для них есть развлекательная программа на детской площадке. Даже самые юные болельщики, вот идет один такой юный болельщик, совсем ему не жарко. Он пришел поддерживать своих. Как зовут болельщика? Гер? Ой, какое имя. Привет. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Пять лет? А ты хочешь водить автобус? Да. Да? Вырастешь, будешь водить? Да. Тебе нравится сегодня у нас здесь? Да. Здорово. Ну ладно, спасибо тебе большое. Развлекайся. А здесь у нас было раз, два, три. Сразу три сбитые стойки. Ну а что же? Сложные испытания. Нервы зашкаливают у некоторых водителей. Все как в настоящем соревновании. Еще. Еще шесть. Бывает. Ну я, это не провал. Конечно, нет. Провал это вот мы тут месяц назад по телевизору видели. А это так просто недоразумение. Тут-то мастера, а там. Поэтому, конечно, друзья, давайте поддержим аплодисментами. Вот аплодисменты и поддержка особенно нужны вот в такие вот моменты. Когда, казалось бы, могут и руки опуститься, и думаешь, да вообще сойду сейчас с дистанции. Ну, нужна поддержка и своей команды, и своих болельщиков. Поэтому, друзья, поддерживайте, кричите, аплодируйте. Ну и напомню, что у нас сегодня конкурс на самую лучшую кричалку. Сегодня проходит
суперприз тоже есть, поэтому обязательно прокричите нам что-нибудь интересное, громкое и запоминающееся. Этот человек, мы наконец-таки болельщик на нашем празднике. Подожди, не уходи. Надо всем показать, как эта штука работает. Ага, а ты можешь его громко сделать? Воу! Друзья, обратите внимание, вот берите пример с парня. Давай еще разочек. О, так вы здесь не один такой, кто-то еще есть такой же.